Партнер программы — сеть детских клубов «Йети и дети». Ребята, здравствуйте! В самом разгаре летний кубок сильнейших в стране безопасности. Вторыми вступили в борьбу Полина и Ярослав. В предыдущие 3 дня им пришлось пройти нелегкие испытания, которые потребовали не только знаний и эрудиции, но и хорошей физической подготовки. По результатам 3 игр пока лидирует Ярослав. Он обгоняет Полину на 7 баллов. Но впереди финал, и только он сможет расставить все на свои места. Итак, внимание на экран. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Присаживайтесь. Ребята, вы дошли до финала? Позади остались нелегкие испытания. Вы показали себя не только сильными соперниками, но и настоящими специалистами в области пожарной безопасности. Сегодня у нас 4-й заключительный конкурсный день. Вас ждет нелегкое испытание. Но для начала я предлагаю вам посмотреть фильм, который напомнит вам о правилах действия при пожаре. Готовы? Да. Да. Если вы почувствовали запах дыма в квартире, первым же делом определите его источник. Если в квартире все в порядке, выйдите на лестничную клетку и осмотритесь. Обязательно прикройте дверь, иначе дым попадет в квартиру. Не спускайтесь вниз по лестнице. Не пытайтесь пользоваться лифтом. При пожаре лифт отключается и может стать ловушкой для вас. Вернитесь в квартиру и немедленно позвоните по телефону 101. Четко и без паники сообщите причину вызова пожарных, свой адрес, номер телефона, код подъезда, а также удобные варианты подъезда к вам. Теперь вам следует позаботиться о своей безопасности. Главное, ваша задача – предотвратить попадание дыма в квартиру. Возьмите ветошь, разорвите и как следует намочите ее водой. Ножом или отверткой заправьте скрученные жгутом полосы в щель между дверью и косяком. Не оставляйте пустого пространства. Пожарные приезжают быстро, но добраться до квартиры бывает сложно. Не теряйте самообладание. Если ваша дверь нагревается, поливайте ее водой. Прикройте в квартире все вытяжные и вентиляционные отверстия. Дышите через мокрую тряпку. Это предотвратит попадание дыма в легкие. В случае проникновения дыма в квартиру немедленно выйдите на балкон. Плотно закройте за собой дверь и ждите прибытия спасателей пожарных. И помните простое правило. Ваша безопасность в ваших руках. Ребята, вам предстоит пройти нелегкое испытание. Вас ждет задымленный лабиринт. Вы готовы? Да. Да. Тогда пойдемте. Ну что, начали? Ля-л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 я. Ярослав, я тебя поздравляю. Ты справился с заданием. 2 минуты 11 секунд твой результат. Как ты прошел испытание? Я просто шел по стрелкам и видел открытые части. Очень хорошо. Полина, начинаем? Так, Полиночка, говори мне что-нибудь. Не бойся, моя хорошая. Идем сюда. Идем, умничка. Пошли. Кого ты испугалась? Смотри, моя хорошенькая, нам сюда с тобой. По стрелочкам. Не бойся. Полиночка. Ну вот, мы с тобой добрались и вышли на выход. Чего ты расстроилась, милая моя? Тебе было страшно? Ну, не расстраивайся, не волнуйся. Пожар — это ведь еще страшнее, понимаешь?
А это всего лишь тренировка была. Ребята, пора подводить итоги. По результатам сегодняшнего конкурса 5 баллов получает Ярослав. Итак, с результатом 29 баллов победителем летнего кубка страны безопасности я объявляю Ярослава. Ярослав, я поздравляю тебя с первым местом. Вручаю тебе диплом, чтобы ты помнил, и поощрительный приз. Держи. Полиночка, второе место, я тебя поздравляю. Это тоже ведь победа, правда? Я тебя поздравляю со вторым местом. Ребята, я желаю вам успехов, здоровья, конечно же, удачи. Ребята, в нашей стране безопасности вы узнали много интересного и нового. На сегодня это все. Прощаемся с телезрителями. Пока! Пока! При обнаружении чрезвычайной ситуации не нужно паниковать. Ну и не думайте, что кто-то позвонит вместо вас. Необходимо сообщить о чрезвычайной ситуации по номеру 101. Если вы звоните с мобильного, 112 или 101. Сообщите адрес, где происходит пожар, также место его возникновения. Well to do up and down.